На конкурс дети читают стихи. Орловская область, Овсяневская школа, 3-й Б-класс. Семина Анастасия, 9 лет. Александр Сергеевич Пушкин. Зимнее утро. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый мне зори навстречу. Северный аврор, звездой северки весь. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело. И ты печальная сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными кобрами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет. И есть кусиний зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным светит. Янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не велик ли санки кобылку бурую запречь. Скользя по утреннему снегу, друг милый, пытаемся бегу терпеливого коня. И навестим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег мил для меня.